Украинские гребцы благополучно прилетели из Италии. Напомню, сборная Украины, которую возглавляет двукратный олимпийский чемпион из Одессы Юрий Чебан, готовилась к Олимпийским играм на острове Сардиния. Прилетели туда наши спортсмены еще до начала карантина. После осложнения ситуации гребцы изолировались и продолжали тренироваться. Но когда стало известно о переносе Олимпиады, Минспорта Украины приняла экстренное решение возвращать украинцев домой. Как это происходило, нам рассказали спортсменка Анастасия Тодорова, которая выиграла олимпийскую лицензию в составе байдарки четверки. Все настолько было быстро, все настолько, ну, можно сказать, нас эвакуировали оттуда, потому что на 27 или 28 числа, ну, должны были закрыться границы, поэтому мы должны были максимально быстро оттуда улететь. Летели мы в пустом самолете Кальяри, там, с острова, мы в Рим летели в пустом самолете, только вот там, где только мы были, ну и в Риме, конечно, там уже был чартерный самолет с одними украинцами, которые тоже в Италии застряли, вот, и с ними мы вернулись в Украину. Ну как, проверили нам температуру, мы подписали бумаги о том, что мы обязуемся находиться дома 14 дней для того, чтобы избежать всякое распространение, либо возможность этого, потому что хотя мы были и так изолированы на том острове, мы с итальянцами вообще не контактировали, поэтому... Но, слава богу, мы вернулись, и мы сейчас на карантине, уже 10-й день, и знаю, что вся наша команда здоровая, слава богу, поэтому все нас миновало. Сейчас все гребцы находятся у себя дома на самоизоляции. Тренировки проводят тоже в домашнем режиме. У Тодорова, например, такой режим. Утром зарядка с элементами йоги, после завтрака кардио по онлайн-программе Леса Милса. И в 5 вечера упражнения на поддержание общей физической формы, пресс, отжимания и приседания. К чему именно сейчас готовится, пока неизвестно. Спорт, гребля – это... То, чем мы занимаемся каждый день, это то, что мы любим, и поэтому тренироваться год, подойдем более подготовленные, кто его знает. Поэтому, конечно, мы максимально будем готовиться уже к следующему году. У нас есть возможность подготовиться лучше. А буду ли я выступать в других видах, еще неизвестно, потому что непонятно, будут ли вообще соревнования в этом году.